Продолжаются противопаводковые мероприятия в трех населенных пунктах Актюбинской области. В селах Акимер и Каратал ситуация стабильная. Угроза подтопления сохраняется в селе Екпетал площадью 19 гектаров. Обстановку осложняет интенсивный поток талых вод. Проводятся работы по укреплению земляной насыпи. Приняты меры по эвакуации свыше 100 местных жителей и домашней живности. Люди размещены в здании школы-интерната в райцентре. Но вот в Кубдинском районе, в котором накануне талыми водами подтопило 51 жилой дом, ситуация стабилизировалась, уровень воды пошел на спад.